Привет, ребята, вы на канале Бройлер Макс. Сегодня у нас очередной ролик на проекте Антимодный Путь. Сегодня я просто захожу в магазин, забираю бесплатный ящик, и с ним попадает редкий боец. Это Роза. То есть наш проект, ну, продолжается. И тем самым мы апнем где-то 2600 кубков точно. Дальше уже посмотрим, как будут падать бойцы. Сейчас я предлагаю открыть мегаящик за старопоинты. И посмотреть, что же нам с него выпадет. Барлик пока прокачивать не будем. Что типа смысл. А вы в этот момент обязательно подпишитесь на канал. Поставьте лайк. Чтобы там сейчас было 6 предметов. Я очень сильно надеюсь, что там будет хотя бы еще один боец. Шанс лег был где-то 0.12. И там 5 предметов. В принципе, ничего удивительного. 57 очков на Джесси. Или прям да ладно, новый боец. С 5 предметов. Где вы такое видели? У кого вы такое видели, чтобы с 5 предметов падал один боец? Если я видел, то там у многих ютуберов. Пипец, я же даже не ожидал. Подумайте, что там. Давайте вот вы вонганете, типа, что там. Вот. Ты поставил лайк? Если да, то тебе выпадет легендарка или нет. А знаете, почему выпал с 5 предметов? Потому что мы ввели кота Орма. Да ладно, это прям. Неплохо, я считаю. Блин, 400 старпоинтов на большой ящик не хватает. Ты прикинь. Ты прикинь. Чё, проект продолжается? Как мы мапнем 3000 плюс кубков? Ну, там посмотрим уже. Фух. Давайте барли прокачаем на 7 уровень тогда. Нет, давай сначала эльприм прокачаем. Так. Розу. Теперь давайте откроем гаджет на Барли. Такие нам выплопаем. Сейчас вот чисто по фану вот одну катку скатаем на... Давайте на бампу скатаем одну катку. И, наверное, будем завершать этот видеоролик. Фух. Блин, я просто не ожидал с 5 предметов выбить бойца. Блять, что за ники? Вот кровать. Сможешь слово кровать, так и пишется сейчас кровать. Ну ладно. Ну, по крайней мере, ник получше, чем у меня. Хотя не, у него прописка была, этого могут забанить. Да, я автоатака играю. Не помню. Ой, Вика, здорово. Ты труп. Нихера жирный симбонок. Фух, это пипец. Ну, цель по... Ну, апнем как минимум 3000 кубков получается, нет. Фу, блин, тяжело, блин, говорить и катать одновременно, но... Низкие кубки, в принципе, можно и вот так сделать. Блин, меня чуть не убило. Не знаю, поскольку мы будем хилить. Вот у нас 6800 хп утрели. Сейчас чуть-чуть покоцаемся и пойдем посмотрим, сколько она похилит. Первым уровнем 10 банок, сколько она будет хилить. 640 нормально. Так, там Джеки. Сейчас катку закончим и... Скажу кое-что. Блядь. Блин, ты выходить сегодня будешь. Ай!
Она больно бьет. Джеки, блин, имба маленькая. А! Как так-то? Кстати, мог отлететь. В общем, ребята, если вы хотите, чтобы я продолжал этот проект, ну, я его так по-любому буду продолжать, но, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Давайте, кстати, проверим шанс на Лего. Причем я с вами попрощаюсь. 0.10, но был 0.12. Но прикол в том, что у нас еще, если не ошибаюсь, на аккаунте только один сверхредкий, нам уже эпик выпал. И, кстати, выйдет скоро спраут. Типа... Подпишись на канал, поставь лайк, и тебе будет легендарк. Кот Аурум был введен. Все нормально. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.